Привет всем! Вы на канале Леонардо the American Boy. Что мы делаем? Мы собираем копеечки, чтобы потом купить классный подарок. Да? Да. Ты витаминку кушаешь? Да? Покажи язык. Витаминка. Так. Копилочка на английском будет piggy bank. Это форма свинюшки. Пегги. Конечно, у нас нету личика в этой свинке, но зато ножки есть. Мы уже собрали, какую-то сумму собрали. Мы начали недавно собрать. И сегодня нам дядя сдал до сдачи копеечками. 25-ками. На английском 25-ка называется, скажи, quarter. 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 На обратной стороне quarter. Стандартный смотрится вот так. 25 cents. Скажи, 25. 25. Кстати, тут нигде не написано цифра 25. Просто нужно знать. Quarter. Есть одна копеечка. Одна копеечка называется penny. Скажи, penny. Она такого цвета, медного цвета. Пятерочка, 5 копеек, называется nickel. Скажи nickel. Nickel – это 5. А десяточка называется dime. Скажи dime. Dime. И 25-ка quarter. Все. Лео, мы соберем. Что мы купим тебе? Что мы купим? Подарок. Подарок? Подарок. Какой? Классный? Ты машину хочешь? Машину. Хорошо, we'll buy some good gift for you. A car. Скажи car. Car. Это машинка. Yeah. Все, друзья и детки дорогие, как миллионер, всем советую, начните собирать в детстве. Вы соберете, когда вы вырастете, очень много. Гарантию даю. И наш Лео в 2 годика уже какое-то состояние есть. Но я ему пообещал, если он соберет большую сумму, вторую половину я ему помогу на машину. Хорошо? Лео, are you ready? Are you ready? Скажи всем спасибо, что нас смотрели. Subscribe to our channel. Подписывайтесь на канал. И ставь!